Итак, всем привет. Сегодня будем проходить аддон к Half-Life Alyx. Называется он Беломорская Station. Беломорская. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Посмотрим, что вообще нам там предлагают. Ходить будем смещением и расправой рукой. Погнали. Черт. Там кто-то уходит. Блять, он там стоит. Вот, вот он стоит. Блять, уже стрёмно. Черт, у меня нет перчаток. У меня, блять, нет перчаток. Как мы привыкли к перчаткам, да, ребята? Но раз тут висит замок, сидит, наверное, ждет своей остановки, точнее поезда. Раз здесь висит замок, значит тут должен быть пистолет, но здесь только дробовик. Ни фонаря, нихуя не видно, ребят, нихуя. Там я не укрусь никуда в свое. Монитор. Там монитор у меня стоит. Опа. Three shells left. Это плохо, что три шелла. Все? Ровно пятерка. А, ладно. Классная перезарядка. Пока уберем, чтобы ненароком не шмальнуть. Я что-то... Блять, как они меня, если честно, в VR просто нагнетают. Они так трясутся стрёмно. Работай умно, а не долго. Да, work smart, все мы это знаем. Так, тут должны быть мои документы. Нет, тут. Еще, блядь, переехал в новый офис, блядь. Все забыли, нахуй, только бутылку свою. Как раз, кстати, у меня также на работе, да, на моей. В нижнем ящике бутылка. О, вот это мне нравится. Сука, иди сюда, блядь. Хорошо. Так, а здесь у меня что? Нихуя. И все, да, я так понимаю, все. Тут хуйня стоит, что ли, я не понимаю. Ой, блядь, сука, лучше туда не смотреть, ну его нахуй. А, так, ну давайте посмотрим, может быть тут будет пистолет. Или арбалет. Нихуя, что за книга? Что за книга, блядь? Просто белая книга? А нет. Ну это не серьезно, блядь, просто книга. Пасхалочку, ёпта, хуяйте, да болик, болик чей-то, бля, охуенный, смотрите, его, короче, жгли тут, его жгли тут, тут и, блядь, охуенно. Так, опаньки, коробочка, смотрите, это коробка, масло сливочное, чистое соленое, да это маргарин, блядь, масло, конечно, сливочное, соленое, хуй там. Держите без В холодильнике. Стакан из-под кофе использованный. Опа. Бля, не, изолента нужна. Радио. Радио. Радифон. Ладно. Пригодится. Только от краб унесет. Может покурим, бля. А когда кончается Беломор, что-то есть. Вот мне интересно, тут лежит молоток. Ну почему так? Это я не хочу тратить целый патрон дробовика на это говно, блядь. Дерьмище. Дерьмище полное. Может тут как-то в темноте все спрятано?
Нихуя не видно, ребят. Вообще пиздец какой-то. Уж поярче сделать мне. Но это будет нечестно тогда. Ладно. 10 патронов. Конечно. Раз, два, три, ёпта. Давай-ка назад, блядь, ну-ка нахуй назад. Давай, сиди сюда, сука. Бах, нахуй. Давай, второй, иди сюда, сука, давай. Давай. На, нахуй. Да что это за звуки, блядь? Блядь, ну нахуй я ты дверь закрыл. Три. А! На нахуй. Three shells left. Да пиздец, парни, я вижу патроны. Да, блять, у меня же нету, сука. Короче, я играю до смерти, блять. А дальше нахуй. Там вообще темнота. Все, 7 патронов, надо экономить. Тиранозавр. Рекс, чернил на бумаге. Давай, иди сюда, сука, давай. На нахуй! Да какого хуя ты живой? А, это Джимен там ходит, окей. Да что ты кидаешься? Ну что ты кидаешься, блядь, хохол, хуй. Давай, иди сюда. Ты стулья-то не трогай, а? Умер. Справа и спереди. О! Блять, ты меня напугал. Ебать! Они на обратном, если... Короче, по-русски они кричат «Ебать!» Two shells left. I'm out. Блях. Ничего там нет, разумеется, я же оттуда. Вот это, кстати, классно. Ой. Ой. Я слышу, как там кто-то сопит. Я слышу, как там... Блять, я чуть не наебнулся. Как там кто-то сопит. Но у меня нет... Ни фонаря. Нихуя. Ладно, кинем туда чемоданом. Надо, чтобы это говнище просто показалось, понимаете? Или оно по скрипту у него тут работает? Я туда и зайти-то не могу, кстати говоря. Хотя я присел. Ну, в смысле, я реально присел. Я на картонах сейчас сижу. Походу, я туда смогу зайти попозже, когда достану... Может быть, перчатки? Ладно, пойдемте вниз, блядь.
Блять. Какого хуя я вообще запустил это DLC, ёбаное? Я же нихуя... Нихуя же не видно. Вот что за прикол? Нихуя же не видно. Давай, ну поднимайся, ну дорогой, да? Ну что такой медленный? Он на каждую ступенечку наступает, кстати говоря. Это умерла? А как известно, что не убитая, то... мертвая. Понимаете, что я чекаю, да, что тут творится своими ногами, блядь? Не... Вот, хуйня лежит, я вижу. Не отрисовавшимися. Да ну нахуй! Где выход? Я нашел выход. Последний патрон. ХП нету, я чувствую. Там трое, судя по звукам. Блять, да ну нахуй, все, пизду, ребят, пизду.